не так с мячами. Кстати, Вирот похож на Марка Филиппусиса. Давид, в свое время вот вы брали автограф у Марка Филиппусиса. Вы тогда подошли без листка, и, насколько я помню, Марк расписался вам на пояснице. Я бы сказал, Маркуся. Маркуся, да. Маркуся, пиши, братишка. Вы даже, по-моему, месяц после этого не мылись специально, чтобы краска не ну, засохла, да, и прилипла окончательно к вашей пояснице. А, что тогда Марк написал у вас на пояснице? Потому что вот сейчас вы сидите лицом ко мне, я не вижу. Марк написал, братишка худей, говорит. Написал. Вот так. Но это я узнал только по приезду в Россию, расшифровав его роспись. Вот. Последовал его совету и сбросил десятку. Мы видим, что Марк Верут отличается умом. Марк Верут сначала хотел просто выбить Браша, а потом решил закончить ударом. Это пипец. Это просто даже не то, чтобы в сетку. Это, блин, 2.5 метра до сетки. Ой, дорогие друзья, тут даже кто-то зашел к нам и начал орать, увидев. Сейчас будет где-то 20-ка, наверное. Увидев этот розыгрыш. Да, ну и цирк, Верут. Ну что ж ты творишь-то?